Ну что, закончилась у мамочки штука. Самое не вовремя, а второй у меня нет, по-моему, запасной. А он тяжелый тюбик. Я была уверена, что в нем еще что-то есть. Он прям тяжелый. Все закончилось. Ладно, хоть витамины есть сейчас. Намосякаю. И то одно я же разбила вообще кулема. Прикиньте. Да я уже говорила. А это Орифлейм. Все вот это, что я мажу сейчас на лицо, это Орифлейм. Новейдж серия. 100 раз уже говорила. Ой, какой 100? Миллион. Ну, мало ли. Кто-то, может, не знает. Это Новейдж. Так, и дневной крем, и все. И пойдем кофе варить. Кофе хочется очень сильно. Всю дорогу боюсь, что волосы не залезли в крем. А не собираю, потому что они только сейчас высушенные, но еще как будто влажноватые. Соберу, будут помятые. У женщин, да, проблема? У кого прямые накрутить? У кого волнистые выпрямить, мокрые высушить, сухие намочить. И все в этом духе. Да, мои сладкие. Хотя гульку все равно соберу. У меня с гулькой привычнее по дому ходить. Гульку соберу. Ну, сначала пойдемте кофеёндос поставим варить. Посмотренечко, у меня хоть отойдут. Я ночью так хотела чихнуть, но у меня так и не получилось. Несколько раз пыталась это сделать. Почему? Да просыпалась, чувствовала, что хочу чихнуть, и так не чихнула. И сейчас схожу с этим же чувством. Да какого? Так закручивать эту долбанную кофемолку. Кофеварку. Реально, как закрутят, вообще хоть руки вырвись. Но пакет нет! Боже, ненавижу, когда нет мусорного пакета в мусорном ведре. Вот честное слово. Просто меня аж... Блин, что может быть хуже с утра, скажите мне. Только все это вместе. И мусорный пакет, и закрытая кофеварка. И еще кофе, чтоб не было. Электричество вырубили и воду. Вот только это хуже. Возьмешь эту кофейную штуку, она вся в кофе. Ладно, это не проблема вытряхнуть. Но почему никогда этот пакет не застилается, а? Так, спокойствие. Главное спокойствие. Я тоже муж должен на обед прийти вообще-то. Раз. Два. Да, переворачивать на эту, на крышку, чтобы кофе высыпался. Это хорошая идея. Но почему-то я всегда об этом забываю и делаю вот так. Сварю себе крепкого. Мелкий снежок вроде идет, даже сыпется. Пусть сыпется. Хочу, чтобы были сугробы везде. Мне еще нужно в магаз сходить курочку купить для еды. Все, ждем кофе, друзья мои. Ура!